10 у Bluetooth есть одна особенность. Извините, у Джансуна есть одна особенность. Эта особенность с Bluetooth происходит почему? Потому что отсутствует возможность подключения других устройств, кроме телефона, к данному устройству. То есть нет отдельного приложения. На новых прошивках это уже есть отдельно, называется Bluetooth OBD. Здесь только есть для музыки, для синхронизации вот такое приложение, в котором отсутствует поиск. Есть просто Bluetooth, который, в принципе, является одним и тем же. Что нужно сделать? Нужно сделать, чтобы подключиться, например, OBD адаптер в таких условиях. Можно, конечно, прошить новой прошивкой и получить отдельное поисковое меню для Bluetooth, а можно просто зайти в настройки. Заходим в настройки. В настройки нам нужно попасть инженерные. Это здесь. Здесь. В данном случае восьмерочки попали. И у нас есть здесь такое вот меню, как Other. Остальное. Ищем здесь у нас. Ищем здесь Bluetooth. Bluetooth. Вот Bluetooth. Можно поменять вот эту вот галочку. Видите? Ее нужно поменять. И нужно еще добавить функцию пин-кода. Функцию пин-кода. Можно здесь вбить новое имя. Но вот здесь нужно сделать санг. Выбрать вместо этого, поставить вот это. В принципе, уже все сделано. Больше ничего. Потом это все нужно нажать Save, сделать Reboot и сохранить. Я уже это сделал. Но я сейчас выйду отсюда и покажу, что изменилось. Вот. Вот что изменилось. Но на самом деле изменилось немножко другое. Если я зайду в настройки вот сюда, настройки мультимедиа, здесь есть Bluetooth, появляется меню пин-кода. И здесь вы можете ввести нужный вам пин-код. Пин-код OBD адаптера это 1, 2, 3, 4, либо нули. Все, и поставить автоматическое подсоединение. Выходим назад, заходим просто в Bluetooth, и как видите, вот OBD адаптер автоматически подключился. Теперь вы можете запускать программу для его работы и использовать его.